Заместитель акима Жамбылской области Ержан Жылкыбаев встретился с медработниками Меркенской районной больницы и жителями района. В ходе встречи озвучены итоги проверки по жалобам работников медучреждения. Комиссия осуществлена проверка в районной больнице, в том числе по фактам, указанным в обращениях врачей. Многие их доводы подтвердились. В коллективе сложилась неблагоприятная морально-психологическая обстановка, на которую повлиял в первую очередь безответственный подход руководства лечебного учреждения к своим профессиональным обязанностям. За допущенные нарушения освобождены от должностей исполняющие обязанности главного врача больницы, заместитель главного врача по лечебной работе и главный бухгалтер. По итогам проведенной работы и по просьбе врачей многие доводы оказались правдивыми. Все ответственные лица сняты с занимаемых должностей за безответственное отношение к своим сотрудникам. Напоминаем, что по поручению акима Жамбылской области была сформирована комиссия для проверки районной больницы. Информация была подтверждена. Ержан Жылкыбаев представил нового главного врача больницы Райкула Нуржанова. Перед ним поставлены важные задачи по установлению имеющихся нарушений и нормализации морально-психологического климата в коллективе. Обращаясь к собравшимся в зале медицинским работникам, заместитель акима области подчеркнул, что вопросы защиты прав медицинских работников находятся на особом контроле. И в дальнейшем будет делаться все возможное, чтобы обеспечить их необходимыми защитными средствами, создать безопасные условия для работы и поддержать материально. Ержан Жылкыбаев заверил, что врачам не стоит опасаться каких-либо неправомерных действий. Они будут находиться под защитой руководства области. Кроме того, акимом области будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности руководителя управления здравоохранения и акима района. Катерина Иващенко, Нурбол Кастаубек, 77 News.